Приветствую всех тех, кто смотрит этот мой фильм. С добрым утром, Версяка. Пруд на реке Версяка. Пруд большой, 7 километров, 200 метров. Наибольшая глубина больше 10 метров, средняя почти 4 метра. Общая площадь больше, чем 1,5 квадратных километра. Уклейка. Давно я тут не был уже. С весны на этом месте, в смысле. Начал ловить, уклейка поклевывает, красноперка, как всегда, мешает. Пробовал ловить на искусственного опарыша, но ничего не получилось, не хочет. Не такая она глупая уклейка и красноперка. Ну, сейчас дальше посмотрим, как это получается у деда. Руки дрожат, волнуюсь. Это же такое свидание с такой рыбой. Перед началом рыбалки прочитал вот с этой газеты политинформацию уклейки о международном положении и как солнце светит и земля вертится, и что деду надо уклейки. Вот. Ой. Вот, берем и забрасываем. Как говорил один реактивный Иван из Латвии, хочешь рыбку половить, надо рыбку покормить. Вау, какая уклейка! Ой-ой-ой, удрала. Удрала. Кормлю самодельной прикормкой. Конечно, из государственных, из покупных компонентов. Там какой-то болгарской мелкой такой розовой прикормки где-то нашел, купил. Как мука. Сухарей мелких просеял, кукурузной муки, крупы и каши. Каша, в смысле кукурузная, это такая консистенция, как манная крупа, мелко перемолотая. Ну, сухого молока и запаха. Марципан сегодня использую. Как берет, так берет, но главное, что рыба не пугается моей прикормки. А среди лета вот такая вот рыбка мешает. Ох, мешает. А ее тут много-много. О, уклеечка какая. Совсем порядочная. Даже деду не стыдно ее такую ловить. Без подсачика трудно взять. Не нахожу нигде купить подсачек для уклейки. В магазинах только маленькие, для карпа, для леща. Для уклейки такого нормального большого нет. И в интернете не нахожу. И приходится так тягать. Рисковать, что удочку сломает. Оторвалась. Хорошо, что оторвалась. А так, такая большая могла бы и за палец укусить. О, уже
опарыша. Сняла, а точнее сорвала такой ударчик. Крючок маленький, руки дрожат. Опарыш верткий. Эта процедура нацепления очень такая нескладная получается. Но... как несет. О, как она несет. Опа. А иногда вот затишье бывает. Она, наверное, грубкой проплывет в одну сторону, в другую, в то время успеваю несколько подцепить. А это что? Так и не знаю, какая-то рыба отвалилась. Против солнца не очень видно, только силуэт. Вот такой вот. Опа. Это уклейка. Во время подсечки сразу ясно, что уклейка, она в сторону прет. Другая рыба так сопротивляется, но на месте. А уклейка в сторону начинает рвать. Хоть пруд и глубокий, ловлю где-то на полметра глубина, не больше. Не лето. Осенью, как бывает, надо поглубже делать спуск. Летом этой уклейки хватает мошкары всякой на пропитание, так она не очень-то и клюет. А вот осенью, когда уже не будет ничего, тогда только подавай. Ва-ва-ва, ну как без подсачек такую? Ну, а еще одну для приличия поймаем. И камеру выключим. Будем экономить пленку. И ваше время, чтобы... О! Нападение на поплавок. Сверху кто-то подпрыгнул и стукнул по поплавку. О. Уклейка. А по воде птички плавают. Вот этого птицева с ушами такими. Она уже знает, что я тут уклейку собрал и хочет подплыть и помочь мне ловить ее. Они рыбой питаются. Процесс разговора с уклейкой продолжается. Я ей говорю, она молчит и пока. О, сорвалась. Левой рукой тянула. Так и сорвалась. О, как несет в сторону. Ну что еще тут вам сказать? Пруд этот старый. 1952 года электростанцию построили. Она до сих пор работает еще. По берегу пруда деревушки. И с каждым годом все больше современных домов появляется на участках.
красиво люди живут тут. Тут земля неплохая для садов, огородов. И на самом берегу, на высоком, а внизу пруд, ну это же. Говорится, живи и радуйся. Кто молод, у кого сил есть, ну и, конечно, деньжат немножко. А деньги у всех есть, кто работает. Кто не ленится. Парадокс. Немало безработных, а еще больше объявлений, что требуются рабочие всякого типа, специалисты. Есть категории людей, приученные уже жить на пособие, и их ни за какую зарплату не заставишь работать. Вот. Это то же самое, что меня заставить уклейку не ловить. Невозможно. И уже только когда не оторву задницы от дивана и не смогу за рулем сидеть, вот тогда уже все. Ну тогда будем смотреть фильмы вот этого, что наснимал. Во. А уклеечка поклевывает. О, оторвалась. Ай-яй-яй. Я пар еще уперла с собой. Клев нормальный, спокойный, как раз для старого деда, чтоб не напрягаться. Во, во как носит, во как она носит. А красота, а теплота, ну не очень-то, может, каких 20 есть, но тепло, но солнышке, ветра нет. Ай-яй-яй. Или не успеваю, или тороплюсь. Значит, тороплюсь, надо подождать, пока она схватит и начнет кусать. Вот тогда крючком ей по зубам. О, какая рыбка серебристая.
Ага. Опарыш неживой уже не очень ходит. И надо, чтоб шевелилось что-то. Сейчас живого нацепим. Где мои тут опарыши, они тоже. Опять уперло куда-то. Или надо вот так вот. Звук. О, видишь, как хлопнул поплавком по воде, так сразу и проснулась. Большая была. Кто-то дергает. Это, наверное, какая-то мелочь красноперая. Стрекоза наблюдает за дедом. Что же, на дедины перерыв уплыла уклейка. Опа, о, как носит, о, как носит. Ну вот так и ловим потихоньку.
Два часа ловил дед. Разговаривал с клейкой. Два часа, вон. Пару килограмм должно быть. Хорошие отборные уклейки. Не самая крупная, какая вообще существует, но это товарная уклейка как надо. Дома взвешу, посмотрим, сколько средний вес ее. Ну как в аптеке, 2 килограмма 100 грамм. Спасибо этому водоему. Поедем до дому. Солнышко поднялось, греет, а мне не здорово на солнце сидеть. Большое спасибо, до следующих приятных встреч.